Noch getraume Schwede. Страшно, мил. Эта рухлядь и сама по себе ездит, не ахти, а уж с фургоном. Да, мы вдвое тяжелее. И если сделать все правильно, нам это поможет. Это еще не конец. Если Джерика нужен этот грузовик, он пошлет еще людей. Мне нужен вид с птичьего полета, чтобы за ними следить и удерживать до подхода подкреплений. Черт, они не собираются его упускать. Мне нужен вид с птичьего полета, чтобы за ними следить и удерживать до подхода подкреплений. Ха! Что, не ожидали? Их стало больше. Не думал, что в Сан-Франциско столько бандитов. И откуда они все повылезали? Когда я за рулем, то всегда читаю молитву. Приберегите молитвы на потом, падре. Кто же еще присмотрит за городом? Я присматривала дома близ Аркады. Да ну? В этом городе нельзя растить детей. А вот и кавалерия. Так, чувак, меняем планы. Иди к черту, Берт! Ты это подай... Бум! Классический прием. Она сказала, что бросает меня, потому что я подолгу сижу в интернете. Ах, жесть. Угу, а я ей типа в ответ, может... Больше не лезь!
Джонни. Я не хочу быть в твоей жизни второй после машины. О чем ты? Добро пожаловать в школу жестких ударов. В ближайшее время никто этот грузовик не получит. Пора возвращаться на след Джерико.
Thank you.
Ни на что не отвлекайся, ясно? Сегодня мы едем покупать подарок сестре. И точка. Не торопись. Эта штука застрахована, верно? Ну, куда мы едем? Тот милый ресторанчик, о котором ты мне говорил? Это сюрприз. Первый день на работе для меня всегда самый сложный. Особенно, если он выпал на сегодня. Много лет просидел за решеткой. Я хочу узнать своего сына. Я коп. Вернее, я не коп. Все не так просто. Иди за скоростью.